И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Стало известно, что определен состав сборной России для участия в североамериканских этапах Кубка мира и сборах в Риднау. Тренерский штаб сборной и руководство Союза биатлонистов России определились с теми спортсменами, которые примут участие в североамериканских этапах Кубка мира, а также в тренировочном сборе в итальянском Риднау. Мужская сборная будет выглядеть так. Александр Логинов, Евгений Гаранчев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Юрий Шопин, Сергей Коростылев. Женская сборная будет представлена следующими биатлонистками: Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина. В Италию на сборы отправятся Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов. А также Екатерина Юрлова-Перхт, Наталья Герболова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Виктория Сливко. Напомним, что этап в Кенмаре, Канада, пройдет с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити, Соединенные Штаты Америки, с 14 по 18 февраля. Стало также известно, что на североамериканские этапы Кубка мира не поедет главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Он отправится вместе с командой в Риднау, где она будет готовиться к чемпионату Европы. А на 7 и 8 этапах Кубка мира сборной будут руководить тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозеров. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!